1 200 000 000 тенге выделят траусским фермерам в качестве субсидий на заготовку кормов. За крупный рогатый скот предусмотрено 30 тысяч, за мелкий рогатый 5 тысяч тенге. За лошадей и верблюдов выплатят по 8 тысяч тенге за голову. Но для получения субсидий хозяйства должны соответствовать определенным требованиям, говорят специалисты. Также учитывается наличие пастбищ. На сегодняшний день фермеры региона заготовили четверть от необходимого объема кормов. В прошлом году господдержку получили 500 хозяйств. Для получения субсидий на заготовку кормов необходимо, чтобы в хозяйстве было не менее 25 маточного поголовья крупнорогатого скота, овец не менее 200 маточных голов, верблюдов и лошадей не менее 50 маточных голов. Если количественные показатели соответствуют требованиям, документы надо сдать в электронном формате через сайт plem.kz. Выплаты начнутся в ноябре и завершатся до конца года.